Я вас приветствую, дорогие зрители, из солнечной Алании, район Махмутлар. Меня зовут Агаси, и в этот раз я вам хочу предоставить хороший вариант в новостройке, который был сдан в 2016-2017 году. До моря здесь максимум 280 метров до воды. Вид с балкона такой, как вы видите. Вот глазами все видно вот так. Даже немножко вот так сделаю. Снизу есть у нас открытый бассейн, сауна, фитнес. Я вам все покажу. Сниму ролик до конца. Здесь 3М Migros, сеть магазинов. И рестораны, все, что нужно для жизни в шаговой доступности. Башня часов в той стороне, район Кестель в той стороне. Рядом также есть парк детский, вот здесь прямо. Так, огромный балкон. Здесь минимум полезная площадь 53-55 квадратных метров. Может быть и больше, я минимально люблю говорить. Максимум на месте все равно все увидите. Вся мебель и техника новая в квартире. Так, тут мигает. Кондиционер фирмы Висман. Холодильник Арчелик. Хорошая цена, хорошая локация. Все с доводчиками. Ага, электрическая плита, духовка фирмы Арчелик. Здесь все фирма Арчелик, а кондиционер фирма Висман. Тоже инверторная, новая. Грундик телевизор. Тут полезная площадь где-то 26, 28 или 30 квадратных метров между ними, дорогие зрители. Переходим в прихожую. Холл. Здесь у нас нормально прихожая. Встроенный шкаф. Два лифта. Есть джакузи, сауна. Римская парная комната. Айдат 600 лир. Симис проточный водонагреватель. Большая душевая кабинка. И спальня здесь 14-15 квадратных метров. Полезная площадь. В 1 плюс 1 редко такое можно увидеть. Чтобы понимали. Здесь 9000 БТУ. Маленький кондик. Спускаюсь вниз, показываю вам инфраструктуру, дорогие зрители. Увидели? Южная сторона, вид на море, глазами отсюда все видно вот так. Если сесть у стола, то можно увидеть море вот так. На этаже у нас 4 квартиры, дорогие зрители. Высокий средний этаж. Ну, высокий этаж, но не крайний. Вот такой лифт. Спустимся на нулевой этаж. Большой лифт, вместимость 8 человек. Второй лифт такой же. Год постройки 2000. Лифт вроде был произведен в 2014 году, но в 2016-2017 году был сдан в эксплуатацию этот проект. Айдат 600 лир, новая управляющая компания. Здесь генератор уже меняет, новый ставят. И много чего поменяли. Ремонт кое-где будет. Короче, сейчас пока спустимся к инфраструктуре. Да, ай, блин. Я неправильно спустился. Инфраструктура на первом этаже. Так что поднимаемся на... Так. Здесь у нас фитнес. Первый этаж, он как второй тут в Турции. Вот фитнес. Бар, лобби, как скажете. И тут у нас... Надо включить... Зону отдыха. Джакузи, сауна,
Steam room. Римская парная комната. Так. Включили и ушли вниз. Вот тут делают ремонт. Обои новые заказали, как мне объяснили. Вот такая лобби. Вход. Там открыта парковка. Рядом хороший ресторан. Цена, дорогие зрители, 112 500 евро. Быстренько сниму, чтобы люди... Вот такой фасад здания. Звоните, пишите по номеру. Цена, повторяю, 112 500 евро, дорогие зрители. С вами был Агасис, Солнечная Лань, район Махнутлар. Всем пока-пока.